Первый заместитель председателя Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина приняла участие в плановой сессии Совета депутатов Одинцовского городского округа. В ходе обсуждения единороссы поддержали увеличение расходной части окружного бюджета более чем на 400 миллионов рублей. Как сообщила Лариса Лазутина, значительная часть этих средств будет направлена на решение социальных задач.